Наверное, уже пришли все любители чая, так скажем, и мы можем потихоньку начинать. Так, вот у нас, я вижу, очень такая интересная собралась группа. Есть просто эксперты по алтайскому языку, перед которыми я, так сказать, снимаю шляпу. Вот, и носители, и прекрасные лингвисты. Поэтому я как бы буду постоянно обращаться к ним за консультацией. Это и авторы вот все той же алтайской грамматики, которая недавно буквально, вот, ну, на прошлой неделе я получила известие, что ее опубликовали. Вот, то есть я там была редактором, но пыталась только там как-то помочь, ну, все это несколько превратить в нечто целое, потому что прекрасные авторы нашей грамматики, которые присутствуют здесь, вот Аяна, извините, отчество боюсь перепутать, потому что все время говорю Аяночка Озонова, Алена Тазранова, Аржана Мазина, так кто-то у нас еще из авторов присутствует здесь, ну, кажется, нет, но у нас есть носитель челканского языка, вот, тоже, ну, считался диалектом когда-то алтайского, Федина Наташа. Так, кто у нас еще есть носители алтайского языка? Вот, просто, может быть, я кого-то не знаю, кто у нас еще алтайцы здесь? А, ой, извините, я вас, Альбиночка, Альбина Добрынина, я просто, вы вдалеке сидите, я плохо вижу. Вот еще у нас... Сурна Борисовна. А где Сурна Борисовна? Ой, Сурна Борисовна, вот, ну вот видите, как нам повезло, потому что тут есть такие консультанты, которые ответят нам на все такие вот вопросы щекотливые и смогут нас сразу же проконсультировать, а меня поправить, если я что-то напортачу. Так, вот я открываю сейчас тот файл, который вы получили, и я думаю, что мы просто так вот и пойдем, но начнем сразу не с текста, а начнем вот с того очень краткого и очень такого концентрированного описания алтайской грамматики. Так, а я, наверное, хочу все-таки показывать постранично. Еще одну страничку. Так. Вот. И начнем с грамматических примечаний. То есть на самом деле тут очень такая краткая морфология алтайского языка, как бы, которая представлена в таком концентрированном виде. Конечно, тут это просто список аффиксов фактически, но мы по нему сейчас просто пройдемся, чтобы потом уже вернуться к анализу текста, да, чтобы попытаться узнавать эти аффиксы уже в тексте. Так, ну, сразу скажу про тюркологическую традицию, которая еще пока не везде распространилась. Вот она как бы очень принята западными лингвистами. А в России вот мы ее тоже использовали в алтайской грамматике. Почему? Потому что аффиксы в тюркских языках, вот, извините, тут есть и, наверное, не носители тюркских языков, или просто люди, которые с ними еще пока мало знакомы, или даже совсем не знакомы, поэтому я что-то скажу очень очевидное для тюркологов, да, поэтому извиняюсь. Вот. То есть морфемы тюркских языков, они имеют очень большое количество морфофонологических вариантов в зависимости от типа основы. И поэтому как бы стоял всегда в грамматиках вопрос, а как представлять аффикс. И в грамматиках вы часто находите, допустим, аффикс локатива «та», «да», «да», вот. Но умалчивается, что есть и «теде», а для, допустим, для алтайского языка это еще и «тодо», «тёдё», да? То есть вот даже для аффикса, допустим,
местного падежа, есть 8 морфологических вариантов. И вот все время как бы решался вопрос, а какой взять в качестве опорного, давать каждый раз все 8, а иногда их и 12, а иногда их 16 этих вариантов. Вот. То есть, чтобы избежать вот этих вот проблем и сразу показать морфофонологию каждого конкретного аффикса, вот мы используем такое, такое как сказать, такие формулы аффиксов. Значит, ну тут мы использовали знак равно для обозначения вообще аффикса, а также знака морфемного деления в словоформах, состоящих из более чем одной морфемы. Вот большие буквы в аффиксах обозначают определенный тип морфофонологического варьирования. Это может быть либо ассимиляция согласных аффиксов, либо также прогрессивная ассимиляция гласных аффиксов, более известная под термином гармония гласных. Ну, фактически это, конечно, прогрессивная ассимиляция гласных, так как гласные основы определяют, какой гласный мы выбираем в аффиксе. И таким образом вот у нас получилось вот для алтайского языка, ой, что-то все форматирование как-то пропало куда-то, ну ладно, значит, это большая буква А, большая буква И, большая буква У, то есть у нас получилось три, как бы, как говорит Анна Владимировна, морфофонемы, то есть это не настоящие фонемы, это именно чередование вот гласных в аффиксах. Так вот, большая А для алтайского языка, именно для алтайского. Вот эти вот все чередования, они специфичны для каждого конкретного языка. Вот А большая в алтайском имеет четыре значения. А, Э, О и Э. Значит, А употребляется после основ, в которых гласные А, И, У. Э после основ, в которых гласные Э и Ю. О после основ с гласным на О и Ы после основ с гласным на Ы. Вот особенностью яркого алтайского языка является наличие вот этих вот огубленных вариантов широких гласных в аффиксах. Вот пример, значит, локатива я приводила. То есть у соседей в основном просто та, да, те, де, да? А вот для алтайского важно, что есть еще и огубленные варианты. Дальше гласное «ы» – это чередование «ы» и «у» в морфофонологических вариантах аффиксов. «Ы» после основ на гласные «а», «ы», «и» после основ на гласные «э», «и», «у» после основ на гласные «о», «у» и «ы» после основ на гласные «ы», «ы». И есть еще большая «у», которая только чередование «у», «ы» обозначает, но она встречается только в деривационных аффиксах. Но мы все-таки для полноты картины ее тоже упоминаем. Значит, у после, после а, и, у, у и ю после основ на гласные и, и. Подождите, извините, тут ошибка. Так. Да, нет, все, по-моему, все правильно, да? Все правильно. И «ю» после основ на гласные «и», «ю», «ю». Вот еще я все время говорила сейчас про основы, но на самом деле словоформа тюркская, она же может состоять из основы, а к ней прицеплен один аффикс, второй, третий, четвертый, да? Так вот, и каждый из этих аффиксов может иметь свой тип гармонии. Так вот, когда мы приклеиваем следующий аффикс, нужно всегда смотреть на предыдущий слог, да, на предыдущий слог. Всегда непосредственно предшествующее гласное определяет тип гармонии последующего гласного, да, то есть всегда вот такая вот как бы цепочка. Идем по эстафете. Вот. Теперь в аффиксах есть начальные согласные, так сказать, морфофонема, опять же, большая «б», большая «г», большая «д», большая «л» и большая «н». Значит, вот большая «б» – это чередование «бп». Ну, тут очевидно, что «б» после звонких и гласных, а «п» после глухих. «Г» аналогично «гк», то есть
тоже определенная ассимиляция, гармония, да, что г после гласных и звонких, и к после глухих. Вот. Ну, я сейчас говорю, конечно, немножечко использую русскую терминологию, извините, точнее было бы говорить про сонорные и гласные, и шумные они глухие, да, шумные. Так, «д» – это чередование «дт», аналогичное правило, «д» после гласных и сонорных, «т» после шумных. И вот тут важно знать, что в аффиксе исходного падежа, который имеет еще «н» в конце, идет как бы еще и регрессивная ассимиляция начального согласного, нет, извините, не регрессивная, вру, значит, вот этот, благодаря тому, что там есть «н» в конце, то есть еще и такой особый тип ассимиляции, когда после основ на «н» и «н» мы имеем вариант с начальным «н». То есть нан, нен, нон, нен, да? Потому что тут как бы взаимодействуют два взаимонаправленных процесса, с одной, то есть противоположно направленных процессов. С одной стороны, ассимиляция, значит, согласной, предшествующей согласной, поддержанная тем, что есть еще один назальный сонорный на конце аффикса. И в результате мы получаем нан, нен, нон, нен. Так, дальше L. Вот тут немножко более сложное чередование, не просто глухой и звонкий вариант, глухой, извините, шумный и нешумный. Вот, L – это чередование L, T и D. L – после основ на гласные сонорные Е, Р, Д – после основ на сонорные, кроме Е, Р, и Т – после на шумные, основ на шумные. Вот «Н» тоже чередование как бы троичное, может быть «Н», «Т» и «Д». «Н» после на основ на гласные, «Д» после основ на сонорные и «Т» после основ на шумные. Вот. Опять же, есть особый вариант «нын» после основ на «м», «на», «н». И видно тот же самый процесс, поскольку в аффиксе присутствует сонорное «н», ой-ой-ой, куда-то я прыгнула, то и происходит ассимиляция начальной согласной. Вот. Так. S обозначает чередование с и z, но это уже аналогично тому, как большинство этих морфов фонем. То есть звонки после малошумных и гласных, и с после шумных. Ну а теперь вот смотрим. Тут очень плохо показывает. Так, смотрим на морфологию имени. Не так много аффиксов именно словоизменительных вообще в тюркских языках. Вижу, что здесь вот в аффиксе «лар», ну, это я не усмотрела, обычно бывает, что, так, поставим большую букву «а», «лар». Да? И поэтому, пожалуйста, вы мне назовите все морфофонологические варианты аффикса множественности. То есть вам нужно соединить как бы L, варианты L с вариантами A. И скажите мне, пожалуйста, сколько в результате у вас получится вариантов данного аффикса. Так. Ну, я так вот, наверное, вот так пойду и сразу спрошу Лену. Ой, лар, лер, лор, лор, дар, дер, дор, дер, дар, тер, дор, тер. И всего получилось? 12. 12. Ну, представьте себе, вы описываете функции аффикса множественности, каждый раз вы 12 этих вариантов пишете. То есть, ну, в общем, неудобно их писать. Я думаю, что так удобнее, да, так удобнее. Поэтому вот пытаюсь я рекламировать вот этот вот способ представления аффиксов. Да. Вот почему множественности, а не множественного числа? Ну, я думаю, что вы, наверное, уже можете это сказать. Что вы знаете про употребление аффикса «лар»? Например, вот если числительное «два ребенка»,
Вы употребляете аффикс множественного числа? Нет. Понимаете? Поэтому это не аффикс множественного числа, потому что он не обязателен даже в таких вот случаях, когда мы вроде бы его должны были бы употребить, когда речь идет действительно о многих, так сказать, объектах. Да? Вот, поэтому он не употребляется, например, после числительных, он не употребляется после слов, обозначающих количество, много, немного и так далее. Не употребляется, да? Но когда же он употребляется-то? Да, он еще не обязательно употребляется и после глаголов при... вот этот же аффикс, кстати, обозначает и множественное число третьего лица в глаголах, да? Так вот, он тоже не всегда употребляется, если даже субъект во множественном числе. Вот. А когда же он все-таки употребляется? Так, ну, так, значит, ну, я попробую ответить очень просто и очень так, может быть, упрощенно. Ну, считается, что он употребляется тогда, когда мы хотим обозначить некую группу индивидуализированных объектов, то есть подчеркнуть, что вот не просто там их много, это не множественное число, а именно, что это группа референтных, индивидуализированных неких объектов. Вот. Ну, это такое очень общее предположение, так скажем. Так, следующий тип глагольной категории, присущих имени, это аффиксы принадлежности. Вот, и эти аффиксы различаются в первом-втором лице, значит, в единственном и множественном числе. Тут вы видите гласный «ы» в скобочках, что означает, что он употребляется только когда. Так, пожалуйста, у нас кто за Леной следом сидит? Да, что мы говорили? Гласный в скобках только после основ на согласную, да? А если основа на гласную, значит, не надо нам этой гласной, мы только «м» или «н», или «быс», или там «га» и так далее, да, употребим. Вот. Соответственно, у нас будет вариант аффикса принадлежности первого лица единственного числа только «м» после основ на гласный, ну а во всех остальных случаях нам нужна гласная, которая большая «ы», то есть значит у нас сколько получается вариантов всего аффикса первого лица? Вот я тоже к вам снова обращаюсь. То есть это Марина, кажется же, да? Нет? А? А? Пока не можете сообразить. Ну ладно, вы включайтесь потихоньку. Девочки, вот в Якутии сколько же у нас в алтайском языке получается вариантов морфофонологических аффикса единственного числа принадлежности единственного числа первого лица единственного числа. Ага. А включите, пожалуйста, ваш этот. Ну, «и» большая означает что? «И», «и», «у» и «ю». Плюс «м», да? То есть «ым», «им», «ум», «ым». И просто «м», если основа да. Существительно оканчивается на гласный. Вот, семь, то есть, да? Семь. А как вы так считали? Ым, им, ум, юм, юм, ым, им, ум, юм. Сколько я посчитала? Кажется, четыре. Ым, им, ум, юм. Это у нас в нашем кумыкском языке. Ой, извините, оказывается, я тут кричу, а не включен у меня этот. Так, сколько вариантов нужно было именно на то? Ну, смотрите, вы сейчас про первое лицо, единственное число, да? А, я на это лицо не писала. Ну, неважно. Тут второе аналогично, потому что у нас большая «ы», то есть четыре варианта могут быть. Ну, да. «Им», «им», «ум», «юм»,
И просто М. Краткая форма. Просто М после основы на гласную. Там, ну что, гласную плюс И. Да, она. Вы просто отбросите, поэтому она в скобочках. Вы ее просто отбрасываете. То есть вот таким образом вы можете сконструировать любую форму с аффиксом принадлежности первого лица или второго лица. Нужно только знать, какая основа у вас в имени алтайском, да? Какая у вас основа на гласную или согласную, и какая гласная в этой основе. Ну, давайте обратимся к списку. Вот здесь у нас лексем у нас есть, да, которые к тексту я сделала. И, пожалуйста, образуйте мне форму «Мое лицо». «Мое лицо». «Мое лицо» – это «тюс». Еще нужно знать, вы добавили, да, какую? «Ым», да? Вариант «ым» после «ю». И «с» оказалось между двумя согласными. Что произошло с «с» у нас? Оно озвончилось. Вот здесь нам нужно знать, что между двумя гласными обязательно озвончается глухой. Значит, получилось «тюзюм». «Тюзюм». «Мое лицо». «Тюзюм». Понятно? Вот. Пожалуйста, «моя щека». Вот, образуйте дальше. «Ярым». «Ярым». Мы правильно произносим? Мы правильно произносим? Ирина Анатольевна, я произнесла на своем знакомом. Да, произнесите, родном. Пожалуйста, еще раз. «Моя щека». «Мені я ярым». На кумыкском. Я ярым. А почему я ярым? Потому что я як. Вы же серьезно, извините. Да. Я выпустила один согласный. Я як. Щека. Ой, ради бога. Это просто моя вина. Ирина Анатольевна, это не на алтайском языке. Ирина Анатольевна, может, в алтайском языке? Нет, это все правильно. Я не произношу на своем, на кумыкском. Зарима просто жульничает, не переживайте. На алтайском все правильно там. А, Ирина Анатольевна, мы там немножко что-то не услышали. Тюзим там будет без огубления. Тюзим без огубления. У нас нету вариантов с огубленными. Я делала записи, они у вас есть? Нет, у нас нету. Это может быть каких-то... Мы говорим о алтайском литературном или о каком? Нет, сейчас мы говорим о литературном языке или о каком? Ирина Анатольевна, микрофон, пожалуйста. Микрофон включить. Почему-то он отключается. Я его вроде включила. Вот видите, он отключается, когда другие говорят, поэтому я. Значит, что нам нужно теперь сделать? Значит, «ы» после основ на «а» – «ы», «и» после основ на «о» – «у», а «и» после основ на «и» – «и», «ы» – «ы». Так? Пожалуйста, в себя тоже все исправьте, поскольку у нас тут главные специалисты сказали свое слово. Да, но мы... Ой. Это же только где аффикс принадлежности, в других-то случаях эта гармония играет. Правильно? Я боюсь что-то делать, потому что что-то она делает не то, что я хочу. Ирина Анатольевна, подождите. Здесь-то все правильно, просто это только там, где аффиксы принадлежности. А когда там аффиксы числа, там все это закономерность играет. Ну, хорошо. Поэтому не нужно изменять, просто нужно запомнить и отдельно себе пометить. Хорошо. Вот это вот, видите, мы в грамматике упустили вот этот момент. Что же никто не подсказал? Потому что мы, что именно в аффиксах принадлежности только, ну, для этой таблицы, я имею в виду,
мы же делали, что, значит, здесь у нас только два варианта, да? В первом, во втором лице и во множественном точно так же, да? В первом лице множественное число и во втором лице множественное число. Видите, как хорошо, что у нас тут есть люди, которые нас сразу и поправили. Ну, а про категорию принадлежности давайте, наверное, буквально в двух словах скажем, что это означает, что предмет кому-то принадлежит. То есть бала, балам – мой ребенок, балам – твой ребенок, да? Балазы – его ребенок, третье лицо множественное число, да? И так далее. Балазы «быс» или «балазыс» – это «бала», нет, извините, «бала», «балабыс» – это «наш ребенок» и так далее. Теперь падежи. Ой, что он прям-таки прыгает. Так, теперь падежи у нас. Именительный, как всегда, не маркируется. Но нужно учитывать, что именительный падеж в тюркских языках, он может использоваться не только как субъект действия, он используется и как прямой объект действия, если этот объект не специфичен. И стоит, ну там целый ряд есть ограничений на его использование, то есть, допустим, имена собственные, имена с притяжательным показателем, имена местоимения, они обычно получают оформление вот именно падежным функции, показателем функции прямого объекта, а вот другие имена могут и не получить, если речь идет не о специфическом объекте. Так, далее, притяжательный падеж, то есть генитив, да, ны, винительный падеж, ны, дательно-направительный падеж, га, г выпадает иногда, понимаете, вот поэтому он в скобочках. Он не всегда выпадает, но иногда он выпадает. И местный падеж «да», и исходный «дан», и орудный падеж – вот тот самый «ла», про который мы и говорили, да, который из Берли. Ну, раз уж про форму субъективной оценки мы упомянули, вот в предыдущей лекции мы и говорим про «ак», «аш» и «ичак». «Ичак». Вот. Это аффиксы, образующие формы субъективной оценки. И вот теперь, как эти аффиксы стоят в именной словоформе, это сначала имя, потом множественное число, потом поссессивный показатель, потом падеж. Потом падеж. Вот в таком порядке. То есть не обязательно они все тут стоят, но если есть все три категории, то они стоят именно в этом порядке. Может быть, может отсутствовать, допустим, аффикс падежа, тогда будет только множественное и поссессивный показатель, может отсутствовать множественный, тогда поссессивный, потом падеж и так далее. То есть именно в этом порядке, неважно, какая позиция выпала. Да? Так, теперь морфология глагола. Вот тут у нас, как мы видим, она намного богаче. Она намного богаче имени, потому что есть финитные функциональные формы, большое их количество, и есть еще и большое количество инфинитных форм. Значит, финитные формы, наверное, постараюсь немножечко сделать поменьше, потому что иначе как бы мы не видим все разом. Хорошо так видно? Можно читабельно или сделать побольше? Побольше сделайте. Хорошо, сделаем побольше. Ну, тогда придется поширение страницы все-таки делать. Значит, три большие категории как бы у финитных форм. Это индикативные, то есть формы имен настоящего, прошедшего, будущего. Далее императив и иреалис. Две еще категории. Это, конечно, не индикатив. Вот. Ну, императив тут выделен сейчас в отдельную категорию, просто потому что
само-то повеление, оно как бы индикативно, иди, да, но вот то действие, которое желает, чтобы, желает говорящий, чтобы было совершено, оно, естественно, только присутствует в виде его ментальной проекции, оно не происходит реально, да, иди, то есть кто-то еще не идет, мы ему говорим, иди, да, вот, но само повеление уже реально. И реалис, то есть тоже действие, которое реально не происходит. Они желательны или там являются условием какого-то другого действия или предположительным предположением, или там возможность их утверждается и так далее. Вот. Значит, ну, среди индикатива у нас три формы, которые нужно знать. Вот это вот первое, вот это «е» или «а» и «т». Вот посмотрите, вот тут очень важно понять, что тут либо «е» стоит, это после основы на гласную, либо «а» стоит, это после на основу на согласную, и «т». Вот эта вот форма, мы говорили на предыдущей лекции, что очень много стянувшихся как бы конструкций, которые были акциональными, но они за счет дальнейшей грамматикализации перешли в имена, перешли во времена. То есть вот это вот как раз тоже бывшая такая конструкция, где было деепричастие вокальное, но вот, вот это вокальное деепричастие, оно как бы в алтайском языке после основы на гласную имеет вариант «е», а после основы на согласную «а». Да? Вот. И «т» – это остаточек от глагола «тур» – «стоять». То есть кто-то, делая что-то, стоял, это стало настоящим временем. Но вот эта вот форма очень ограничена в своем употреблении, но частот, потому что сочетается с небольшим количеством глаголов. Вот рекомендую почитать работу Алены Тазрановой по этому поводу. Вот. Но зато она очень частотная, потому что глагол это частотный, с которыми она сочетается. Вот. Далее форма у нас «е» или «а», вот эта вот форма деепричастия плюс «дыр». Это как бы тот же самый источник, но в меньшей степени синтезировалась эта форма. Это форма такого обычного настоящего, иногда она обозначает будущее время, даже скорее уже будущее время. Вот. Но попадает еще и в настоящее, это как обычное настоящее, habitualis. Вот. И такая более распространенная... Ой, что такое тут произошло у меня? Пытаюсь показывать. Вот. И более распространенная сейчас, так сказать, форма в настоящее время «ып-тят». Вот этот «тят», «тят» – это тот же самый «лежать», который мы видели в шорском. То есть это полная аналогия шорской формы на «п-ча», да? То есть, ну, только единственное, что в алтайском языке вместо «чи» мы имеем «те», «те», то есть «иптят». Так, очень богатая система прошедших времен, то есть «ды», такое как бы очевидное прошедшее, недавно прошедшее, общетюркская форма. Форма «ган» – это перфектное прошедшее или результативное прошедшее его называют. То есть вот эти вот формы мы никак не этимологизируем, потому что они уже, вот «д» присутствует уже в самых древних источниках на тюркском языке. «Ган» вообще типично есть уже и там, но в очень ограниченном количестве. В основном «ган» в современных тюркских языках распространилась в кыпчакских языках, в языках Сибири, в общем, но за исключением якутского. Вот она имеет те же функции, что и мышь в агутских языках, и вот его соответствие быт в якутском. Да? Вот. А, соответственно, здесь мы не находим ни мышь, ни в какой-либо ее форме, только ган, как перфектное причастие. Вот эта вот форма «е-а-тан» это опять же стянувшаяся конструкция с деепричастием на «еа» и форма «турган». «Турган». То есть, опять же, глагол «тур» – «стоять»
в форме вот этого жиган все это вместе стянулось. Я турган, то есть я там. Я там. Эта форма очень распространена вообще по тюркским языкам тоже. Вот, очень активно в алтайском языке. Она же и употребляется как причастие. Это же можно сказать и про форму наган. То есть вот типично, что не так много форм, которые только финитные. Ну, вот в настоящее время оно, вот эти все формы только финитные, ды только финитные. А вот ган, она имеет еще и функции причастия. То есть идущий человек и человек ушел. Да, человек, который шел, и человек ушел. Вот, то есть она может как в атрибутивной позиции употребляться, так и в функции финитного сказуемого, также и в целом ряде других еще функций, что мы увидим. Вот. И то же самое ятан, это тоже форма причастия, значит, соответственно, может употребляться во многих инфинитных позициях. Так, вот дальше очень тоже интересная форма иптыр, тоже синтетическая. Она, как вы, ну, наверное, уже догадываетесь, что она тоже синтезировалась из какой-то аналитической конструкции. Есть идеи, из чего она могла синтезироваться. Так, ну я Алису Васильевну и Наташу пропускаю, сразу спрашиваю Азияну, из какой конструкции синтезировалась вот эта форма иптыр? Иптыр имеете в виду, да? Да-да, вот это иптыр. А, ну, первый вот этот компонент там оформлен, ну, то есть был оформлен с соединительным депричастием, а второй тыр компонент во всех тюркских языках конанов и насилов возводят к причастной форме глагола турур. Да. Это одно из мнений. Совершенно верно. Глагол стоять. Да. Турур. Глагол стоять, который здесь полностью грамматикализировался. Ну, он стоять и встать. И вот это вот так называемая форма заглазного времени. Что значит заглазного? Для тюркских языков характерна категория особая, представление, так называемое, ее называют эвиденциальностью, индирективностью, очень по-разному, вот, заглазностью. Ну, то есть эта форма употребляется, если говорящий как бы отстраняется от того, что он утверждает. А устраняться он может разными способами. Он может устраняться, потому что он это не видел, он это только слышал. То есть это так называемая пересказывательность, да, hearsay по-английски, да, цитирование. То есть он говорит, я вот это произошло, но я этого лично не видел, и употребляет вот эту форму. Затем это может быть предположение о том, что совершилось на результате, в результате, так сказать, некой ментальной операции. То есть так называемая инференция. То есть я вижу, что каковы сейчас положение дел. Ну, скажем, вот студентов нет, да, я смотрю и говорю, ой, наверное, они ушли пить чай. Я не видела, как они ушли пить чай, но раз их нет, пустая комната, значит, я делаю предположение, вот эту инференцию, делаю логический вывод, значит, они ушли пить чай. Понимаете? Но я не видела это. И вот эта вот форма показывает, что я этого не видела, что тут какое-то вот как бы сомнение, элемент сомнения остается в правдивости моей информации, моего высказывания. Вот. Ну, тут целый ряд еще дополнительных функций у этой иптыр есть. Вот. То есть вот такая специальная форма, ну, тут ее часто называют, я говорю, форма заглазная, пересказывательная и так далее. А, да, она же очень часто употребляется и, допустим, в рассказах, свидетелем которых сам говорящий не был. То есть вот, по словам чьим-то он пересказывает, рассказывает и, вот, соответственно, использует эту форму. Так, значит, вот это вот уже, на этом мы закончились синтетические имена формы прошедшего времени алтайского. А дальше, как вы видите, целый ряд аналитических форм, которые образуются с помощью
причастной формы. Вот тут ган, ган, тут ган, тут ятан, тут ган. Ну, то есть в основном для причастия ган. И вспомогательные глаголы. Ну, глаголы вспомогательные здесь используются такие. Глагол «быть». Вот «эди», «э» – это древний глагол «быть» в прошедшем времени. Соответственно, мы «ган» – результативное причастие. Плюс еще «было». Соответственно, у нас получается плюс кванперфект. То есть что-то было до какого-то момента рефлекционного в прошлом. Да? То есть вот такое вот. Вот. А «иптурган» – «иди», когда еще у нас вот этот «тур» стоит перед ганом, он тут уже дает процессность. То есть что-то происходило в какой-то момент рефлекционный в прошлом. Вот «ган» был «гон» – это давно очень что происходило. То есть уже «бол» на самом деле это тот же самый глагол «быть», но современный. Вот этот «э», он исчез, он остался только вот в этом «эди», ну, в очень ограниченном числе образований. А современный глагол «бол» – «быть» и «становиться» – вот этот вот «болгон». Вот. И, значит, еще есть «ятан» – «иди» и «ган» – «болтыр». Мы не будем все характеризировать, потому что это будет очень, думаю, что затянется все это. Так, значит, переходим к будущему времени. Так, вам видно будущее время? Да, вот оно. Ну, две формы. Так, ар – это тот самый аорист, про который мы упоминали, который есть во всех тюркских языках, но он является, допустим, в агустских, ну, скажем, прямо по-турецки, формой обычного настоящего, а тут он стал формой будущего. И причем в большинстве тюркских языков это именно и произошло. Ну, то есть, ну, тут нужно понимать уже вот это семантическое развитие, то есть ар, то есть что-то, что происходит постоянно, происходило вчера. И значит, мы ожидаем, что это произойдет и завтра. Да? То есть мы ожидаем, что это то, что обычно всегда происходит, мы как-то проецируем это в будущее и ожидаем, что оно так и произойдет. И, видимо, вот этот вот элемент как бы того, что вот оно все время происходит, и наше предположение, модальность, что ну, значит, и произойдет в будущем, дает нам как бы будущее время. И это единственное будущее время во многих тюркских языках. Вот. Ну, а тут еще есть будущее на ятан. То есть это тоже, в принципе, как мы говорили, оно в будущее значение имеет только в очень ограниченных контекстах. Там, допустим, с вопросом, когда употребляется эта форма. Вот. То есть очень ограниченное число употреблений от ятан в будущем времени. Так, теперь быстренько смотрим на формы императива. Ну, второе лицо, единственное число, просто ноль, как обычно. Есть еще такая вежливая форма, сан. Вообще-то говоря, это са, форма кондиционалиса. И н – это, ну, ты, будущее, второе лицо, единственное число. То есть не сделал, то есть, а если бы вы что-то так-то сделали, понимаете? То есть это не вот прямое «сделай», да? А вот а если бы вы это сделали, сделайте, пожалуйста, такое вот вежливое обращение, чтобы кто-то что-то сделал. Вот. Второе лицо множественное число – это «игар». Вот. И опять же «сагар» – вот это то же самое вежливое, да? То же самое вежливое обращение к более чем одному адресату что-то сделать. И есть еще кын и кын, это, конечно, частичка бывшая. Она просто добавляется вот к, ну, к нулевому показателю как бы второго лица множественного числа, то есть или второго лица единственного числа императива. И вот пожалуйста, сделайте. Вот такая вот тоже вежливая форма. Теперь посмотрите, очень интересная вещь, первое лицо, множественное число. Тут раз, два, три, четыре, пять форм. Пять форм.
Как вы думаете, зачем требуется пять форм первого лица множественного числа? Что это такое? Ну, наверное, есть какие-то в них различия, да? Наверное, в них есть какие-то различия. Ну так вот, дело в том, что в первом лице не единственного числа различаются формы, которые обозначают обращение к одному адресату и обращение к более чем одному адресату. То есть они обе инклюзивны, потому что адресат в любом случае входит в сферу референции. То есть пойдем мы с тобой вдвоем, и пойдемте мы все, допустим, да? То есть более чем один адресат. Если мы с тобой вдвоем, вот мы это сейчас как бы называем инклюзивом минимальным, то есть только ты один адресат, да? А вообще инклюзив – это форма, которая включает адресата в сферу своей референции. Вот. А когда более чем один адресат, пойдемте мы с вами, да, то это уже инклюзив расширенный. Ну, и я думаю, что даже сама морфологическая структура как бы показывает, что минимальный инклюзив, он короче. То есть вот этот «ак» и «ялы» – это вот формы минимального, а «актар» и «ялык» – уже расширенного инклюзива. Ну, и можно еще даже расширить «ялыктар», то есть это как бы, подчеркивается множество, еще больше множественность адресатов уже и аффиксом «тар», который является вариантом аффикса множественного числа исторически. Да? Вот. Значит, вот эти вот пять форм. Дальше третье лицо «сын» – это и для множественного, и для единственного числа используется. Но вот эта форма на «сын», она как бы это обращение к какому-либо адресату, чтобы тот передал третьему лицу выполнить какой-то приказ или просьбу, выполнить какое-то действие. То есть вот нужно представить себе, что я как говорящий присутствую, есть какой-то адресат, но я не его прошу что-то сделать, а говорю, что пусть тот другой пойдет, да, пусть он пойдет, кто-то третий, к которому я напрямую не обращаюсь. Понимаете? То есть как бы такое вот опосредованное, делегированное повеление, да, делегированное повеление. Но вот эта форма на сын очень часто употребляется и в других функциях. То есть когда, например, пожелание, благопожелание, ну пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет мир, да? Понятное дело, что мы не можем приказать солнцу все время сиять, там, ни напрямую, ни через второе, ни через какое лицо, потому что оно нас не послушается, да, ему невозможно обратиться. То есть, когда вот в таких случаях вот эта форма на сын имеет значение оптативное, да, оптатива, вот. И, соответственно, посмотрите, правая колоночка, вот оптатив, тут тот же присутствует вот эта форма на сын, оптативная, да? Вот. Ну и еще тут есть такие в императиве две интересные формы, это превентив на дын, то есть на самом деле это прошедшее время, посмотрите, вот оно ды с аффиксом второго лица единственного числа или второго лица множественного числа, там дыгар, даар. То есть, получается, мы говорим «ты упал», но говорим мы это не когда кто-то уже упал, а говорим мы это, когда мы предупреждаем кого-то: «Ой, ты стоишь прямо на краю, смотри, не упади», да? «Смотри, не упади». И то же самое во множественном числе. То есть, вот такая вот форма. Так. Оптатив. Теперь это формы иреалиса, то есть мы говорим о действиях, которые реально не происходят, соответственно, иреальные, иреалис. Но мы вот желаем, чтобы что-то произошло, это форма оптатива, это форма, так сказать, пожелания того, что желает говорящий.
того, что желает говорящий. Вот эта форма на «айн», ну, дайте-ка я что-то сделаю, я хочу что-то сделать, я хочу пойти, вот я и пойду-ка я, вот такая вот форма «айн». Ну, про сын мы говорили, пусть всегда будет солнце, да. Форма носа тоже часто употребляется в функции оптативной. Вот если бы было бы всегда тепло, солнечно, там, и комаров бы не было, и мухи бы не кусали, да? Вот такой вот «если бы». Вот эти вот «если бы» формы, которые, вообще-то, это кондиционализ, да? Формы «съесть», которые обозначают какое-то условие, они просто типологически очень часто становятся формами оптатива, да, то есть они приобретают, точнее, в определенных контекстах финитной функции вот такую вот функцию оптативности. Ах, если бы это произошло. Вот. Но вот тут еще форма «базын» – это как бы отрицание от сын. Не дай бог, чтобы что-то произошло, но тут как бы пожелание, чтобы что-то не случилось. Так. Кондиционализ, про который мы уже говорили, вот он тут «са», если будет, если что-то получится. Вот. Но на самом деле он имеет намного больше значений, как вы уже видели. Это «са» и в императиве тут, и в оптативе тут. А кроме того, этот же «са», он может и просто обозначать темпоральность в будущем. Вот, когда кто-то там придет к нам, мы что-то вместе сделаем. То есть такое темпоральное соотношение действий в будущем. Но на самом деле это же ведь все будущее, это еще же не происходит. Поэтому как бы логично, что форма иреалис употребляется для темпорального соответствия соотношения действий в будущем. Вот. И есть еще одна очень интересная форма гажинь в алтайском языке, тоже кондиционализ. Она же употребляется как деепричастная, но и как финитная. То есть вот такой интересный кластер значений деепричастия плюс финитность. Дальше идет концессив. Вся та же «са», но с лишительной такой частичкой «хотя», вот это «да». То есть «хотя, если», ну как в русском, «если даже», то есть вот это, наверное, самый лучший перевод, то есть «если даже что-то случится», концессив, то есть что-то произойдет, что мы не ожидаем, да? Мы что-то, что противоречит нашей картине мира, что противоречит нашим ожиданиям. Далее, конъюнктив, это вот это вот ar, это та же самая, что будущее время ar, вот, но с глаголом быть в прошедшем времени. Если бы это было бы, вот он конъюнктив. То есть, на самом деле, по своей, так сказать, структуре очень напоминает нам даже конъюнктив и в индоевропейских языках, где тоже нередко мы имеем показатель и, значит, то мы бы пошли. Ich würde gehen, по-немецки, например, тоже. Как бы будущее, но в особой форме конъюнктива. Вот. Затем имеется еще субпозитив «гадый», которого, в общем-то, не так много в тюркской семье языков. Вот он есть в шорском, есть в хакасском, вот, «гадый». А вот насчет тувинского не помню. Есть в тувинском, где у нас азияна? Азияна... Не видно азияны, ну хорошо, ну в общем в алтайском есть. Га – это древнее причастие облигаций, которое, то есть что, что-то должно произойти. Вот, оно имело форму гу в древнетюркском языке. Вот, адый – это послелог сравнительный. То есть в древнетюркском он имел еще форму дег, вот, но он тут слился в форму, как бы, выглядит так, что что-то должно произойти. То есть как бы что-то должно произойти. Вот такое вот. То есть форма предположительная. Вот возможно, что-то произойдет. А в шорском тоже форма «гады». Да, в шорском тоже форма «гады», да, именно.
То есть вот такая форма, но она не широко распространена по другим тюркским языкам. Вот тут очень интересно, конечно, реальное явление. Ну и вот тут еще целый ряд таких вот аналитических конструкций как бы имеют тенденцию далее как бы развиваться в такие вот формы иреалиса. Ну вот мы тут посибилитив упоминаем, но на самом деле это не единственная форма на арболор, что возможно что-то будет. То есть если в суппозитиве это вот реаль, это как бы эпистемическая форма, то есть что говорящий это предполагает, а вот посибилитив, он как бы ссылается на некую возможность, что она существует, что что-то произойдет. То есть тут как бы не предположение говорящего, а наличие каких-то условий в реальном мире. Так, ну а теперь еще и инфинитные формы. Значит, причастие. На самом деле причастие – это очень центральная форма в тюркском глаголе. Да-да, Яночка. Угу. А форма на гай? О, извините, гай упустили. Да-да. Пожалуйста, добавьте. Это, конечно, на самом деле, вот тут мы добавим форму на гай. Ой, тут что-то не то. Да. Форма на гай, которую надо поднять выше, потому что она и синтетическая, и очень древняя. Да что такое? Что-то он у меня делает не то, что я хочу. Я бы хотела его вырезать. Вот удалось. То есть на самом деле его нужно прям поднять вот сюда. Так. Да, упустила, извините. Это древняя на самом деле форма, именно оптативная. Именно ее считают общетюркским оптативом. Но она, конечно, уже в тюркских языках часто не именно оптативная, а часто оптативно-пермиссивная. То есть вот пусть что-то произойдет. Ну ладно, пусть. Вот такая вот оптативно-пермиссивная форма. А вот считается, что она вообще утрачена, например, в кыпчакских языках, но на самом деле она там есть только в благопожеланиях. Вот целые книги казахских благопожеланий выходят, и там вот это везде гай-гай-гай. То есть это такая традиция благопожеланий, и вот в благопожеланиях она как раз сохраняется. Вот. А вот в Сибири она больше идет в сторону пермиссивности, что развивается в сторону пермиссивности. Так, хорошо, переходим к инфинитным формам. То есть к таким, которые на самом деле употребляются только в разных там конструкциях, причастных, деепричастных, которые не завершают предложение. То есть это инфинитные формы, не финитные. Они не стоят в конце предложения, если, так сказать, ну, выразиться очень уж упрощенно. Но нужно знать, что именно формы причастий, которые считаются нефинитными, они на самом деле имеют очень центральную позицию в системе глагола. Вы видели, сколько уже причастий мы упоминали, когда мы описывали финитные формы. То есть эти же причастия, вот эти все, ган, ар, ятан, да, они уже там прозвучали, гады, да, как финитные, либо там индикативные, либо неиндикативные, вот. Но они, эти причастия в тюркских языках имеют, конечно, и финитные, и инфинитные формы, функции, соответственно, вот, ну, как бы мы их и там и упоминаем. Но я сейчас, наверное, ган – это перфектное причастие. Вот ган, ды – это
как распространение этого жигана, сюда опять этот дый добавился, это бывший сравнительный послелог, то есть как бы вот что-то произошло, это используется для иреального сравнения, как выглядит, как будто бы вот так-то. Вот, ар – это, так сказать, будущее время, ятан – форма, опять же, именно в определительных функциях часто имеет значение, что что-то должно произойти. Вот, галак употребляется для того, чтобы обозначить действие, которое еще не произошло, но которое мы ожидаем. То есть что-то еще не взошедшее солнце, еще не закипевшая вода. Вот, то есть это форма галак. То есть тоже, и про годы мы только что говорили, то есть видно сразу единый у них элемент, га, да? То есть это тоже древняя форма причастия обязательности действия, облигации, то есть облигаторности действия, но только в годы тут вот этот вот синтезировался с ним, значит, послелог как, а в галак тут другой элемент, тут, видимо, элек, такая вот, такое образование от глагола быть, то есть еще что-то не произошло, то есть, но что ожидается, то, что вот ожидается. Вот, и, вот, кстати, га-элек, это есть еще в киргизском, это даже не синтезировалось еще, то есть вот такое вот мы можем доказать, что, видимо, это именно такое происхождение. Вот. Ну и форма на ачи – это форма, так сказать, которая не употребляется в качестве финитной, то есть кто-то, кто имеет привычку что-то делать, то есть действие, которое обычно, привычно выполняется. Так, деепричастий у нас тоже очень много, и они тоже играют очень центральную роль в системе глагольной. Вы видели, что вот «ып» и «еа», они везде, да? Вот, во всех синтетических, уже в настоящее время синтезировавшихся формах, мы, ну, практически во всех мы находим это, вот, либо соединительное деепричастие, либо вот это вот слитное деепричастие, ну или просто мы говорим деепричастие на «п» или деепричастие на «а». «Бай» – отрицательное деепричастие, которое им обоим соответствует, то есть отрицание и для «ып», и для «а». «Яла» – это форма, производная от «я», «еа», ну, видимо, образовалась она с частичкой «ла», то есть как только что-то произойдет, только что-то произойдя, тут же произошло следующее действие. Вот, форма «галы», тоже очень древняя, она имелась уже и в древнетюркском языке, но там она в основном употребляется как форма, как деепричастие целевое, но есть как бы в караханицком отмечено ее употребление как темпорального, то есть после того, как что-то произошло. Так вот, целевая функция галы в алтайском не сохранилась, не наблюдается, а только вот это вот темпоральное соотнесение действий в прошлом. После того, как что-то произошло, галы, то есть галы, как произошло вот это действие, то произошло следующее действие. Вот. Теперь форма ганча, так называемая, предельная, тоже очень много темпоральных функций. Прежде чем я выстрелил, вот это будет, прежде чем я выстрелил, это вот эта форма ганча. Произошло что-то, да? Он, зверь убежал, да? Прежде чем я выстрелил, вот это ганча. Но есть и другие у нее функции. Гажин, проговорили мы уже про условное деепричастие, которое употребляется и в финитной функции тоже. И гажи тоже условное деепричастие, вот, тоже может употребляться в финитной функции. Вот деепричастие вообще тюркских языков, в частности особенно алтайского,
они, допустим, от русских где причастие отличаются и тем, что форм много, да, что они вот такие очень замысловатые, иногда смысловые отношения выражают, вот, что они настолько интегрированы вот в целый ряд синтезировавшихся форм, мы их там явно видим, их восстанавливаем, вот. Но они отличаются еще и тем, что иногда у них может быть собственный субъект, отличный от субъекта главного глагола. То есть в русских деепричастиях этого сейчас нет. Исторически было. Исторически было. Извините, я не отключила и должна сейчас отключить. Так, я его вообще, наверное, выключу на всякий случай, чтобы никто больше не... больше нас не беспокоил. Так. Вот. Какой-нибудь опять банк, какой-нибудь реклама. Это они просто любят. Ну вот, я говорила про деепричастие. Значит, они могут иметь свой собственный субъект. То есть я вот уже сказала, прежде чем я выстрелил, зверь убежал. Да, вот это вот. То есть... Я выстрелил, а зверь убежал. Два разных субъекта. Русских деепричастиях всегда субъект один и тот же. Увидев что-то, я там сказал и так далее. Или встретившись с ним, я там что-то сделал. А не то, что встретившись с ним, мы пошли. Ну, это значит, и мы тоже с ним встретились. Понимаете, что уже не я, а мы были. Вот. Но, как мы знаем, еще очень недавно это было, была функция, что русские деепричастия могли иметь свою, свой собственный субъект. Это есть даже еще в диалектных материалах, но, в общем, это не литературная норма. Это одна особенность. Вторая особенность, вот, которая очень ярко отличает алтайские деепричастия почти от всех других, это то, что они могут принимать личные показатели. И в частности, именно форма наганча, форма нагажин и гажи. Вот эти вот три формы могут принимать личные показатели, что вроде как бы очень противоречит нашим ожиданиям того, что вообще могут деепричастия. Но для северян это, конечно, очень нормально, они там все деепричастия так... так поступают. И, кстати, в якутском языке тоже деепричастие многие регулярно принимают личное оформление. Так, значит, это особенности деепричастия. И вот инфинитив. Арга. Это вы, может быть, опять же узнаете ар. И, то есть, вот это же вот причастие будущего времени, ар. И га – это дательный падеж. То есть, мы получаем, получается, как бы, к работанию, допустим. То есть инфинитив тут образовался на, так сказать, за счет вот такого движения какого-то к какому-то действию. Работать. То есть, ну, он сейчас уже полностью в алтайском языке сложился, очень много у него функций, и функции очень сильно напоминают функции русского инфинитива. Так, ну вот у нас спряжение. Есть финитное спряжение, есть притяжательное спряжение. Так вот, в основном вот этот финитный тип и употребляется со всеми формами имен, формами времен, с формами не индикатива. Тоже, если они не обозначены четко, вот это первое лицо, это второе лицо. Допустим, там в императиве первого лица, да, там уже аффикс ялы, это уже первое лицо, множественное число, именно минимальный императив, там уже ничего больше не добавишь. Это такие вот морфемы, напоминающие нам скорее даже флексии, чем типичные аффиксы, вот, которые мы находим обычно в агглютинативных языках, вот. А в остальных случаях вот именно вот этот тип спряжения и употребляется. А вот притяжательный, да, и он как бы восходит к личным местоимениям, считается. А вот притяжательный тип
спряжения, он как бы восходит к аффиксам принадлежности, ну, и он, хотя подождите, ой, извините, в алтайском языке, вот обычно в сибирских тюркских языках, вот этот вот финитный тип спряжения восходит к личным местоимениям, а притяжательный как бы к притяжательным аффиксам. Но если вот сейчас сравните вот эти два типа, вы видите, что они практически идентичны. То есть вот алтайский язык, он особенный, алтайский литературный, конечно. Здесь вот это вот притяжательный тип генерализовался, он для всех. Да? Единственное различие, которое осталось, это вот в третьем лице, в притяжательном типе спряжения есть еще аффиксы, а в финитном типе, в третьем лице единственном числе ноль, а во множественном числе может появляться вот этот элар. Вот. А в притяжательном типе спряжения тут это обязательные показатели, и в третьем лице единственном, и в третьем лице множественном числе. Вот. Ну и закончим мы вот этот обзор линейной структуры глагольной финитной словоформы. Значит, ну тут основа, залог, акционс арт, формы модальности, про которую мы еще не говорили, но в текстах мы будем еще комментировать каждый отдельный аффикс. Да? Потом отрицание, это аффикс ба, аспект наклонения время, лицо, число. То есть вот такая вот достаточно сложная структура именно финитной словоформы. Вот. Ну, а теперь мы попытаемся, как бы имея в виду все эти аффиксы, попытаться анализировать текст. И вот мы уже теперь переходим к тексту. Хочу сразу сказать, что вот этот вот анализ текста и вообще сам проект в тулбоксе сделала Елена Панина. Вот она, студентка Франкфуртского университета. Она, ну тут я немножко упростила и достаточно сложная там структура анализа, многоуровневая. Мы здесь вот взяли только разбивку на морфемы и их гласирование. Вот. Значит, текст «Мишек и Барбияк» про двух маленьких мальчиков. Автор Тюлёсов, да? Автор Тюлёсов, известный алтайский писатель. Вот. И вот первые три предложения как бы я оставила проанализированными, остальное мы должны сделать совместно, вот прямо сейчас. Ну, мы сейчас глянем, я, наверное, затянула с описанием грамматики. Вот. Значит, ну мы попробуем. Значит, ну вот первое предложение, Лена, может быть, вы его зачитаете и проанализируете, объясните анализ свой, вы это делали. Ну вот это первое, 0.1. А, да, наверное, ну первое тут почти ничего анализировать не надо. Здесь Михаил Сазанкин, ге, дательный падеж, у чурла посвящать, п, тур, деепричастие и тур, вспомогательный глагол, стоять, но вот это птурум, оно выполняет, вот этот птур выполняет уже функцию настоящего времени. Здесь проанализированы просто исходные формы, как бы тур, вспомогательный глагол стоять, и им первое лицо, единственное число. Так, давайте номер два сразу. Так, номер два, тут очень много всего, особенно причастие. Но опять-таки у нас тю война, гадательный падеж, после гласной у нас, соответственно, будет г, и после у у нас будет в дательном падеже а. Барган, что-то у вас там? А, нет, все. Барган причастие от бар идти прошедшем времени. Эгюн Эгюнин. Эгюн это муж. Скажем так, все вместе нин это у нас
нас третье лицо, единственное число аккузатив. Вместе еще и с посессивным аффиксом третьего лица. То есть вот я этот аффикс не упоминала, но вот он тут встретился, мы его объясним, да? Что «гэн» – это основа, а вот это «ин» – это, во-первых, что посессивный аффикс третьего лица, а во-вторых, он еще и аккузатив. То есть это тоже неделимая далее морфема, которую анализировать, наверное, не очень правильно, потому что тогда получается, что есть аккузатив «н», вот, а на самом деле это стянувшаяся форма, поэтому мы ее и не анализируем далее. Говорим, что это такой вот ну, морфема, совмещающая посессив третье лицо и аккузатив. Сакы ждать, и дальше опять «ip» конверб, где причастие на «ip». Ой, можно я сразу спрошу у наших алтайских коллег, потому что вообще-то сакмак в этом, в основа, сак ждать в других тюркских языках, где там есть. Аяночка, у вас как, сакы ждать или сак? Сакы, потому что сакган, например. А, да. Очень хорошо, спасибо. То есть я немножко даже сомневалась, но да. Это, конечно, из словаря бралось. Просто потому, что сак – это основа в других, там, во многих других тюркских языках. Дальше. Колхоз, несмотря на русскую орфографию с конечным «з», добавляется суффикс с глухим согласным «т», «тынг», поскольку тут как бы… Орфография сохраняется, но ассимиляция происходит по фактическому произношению, то есть с оглушением. Колхоз и родительный падеж. Дальше. Койон, заяц, дор, соответственно, множественное число. После назального у нас звонки «д», после «о», соответственно, тоже «о». И опять-таки суффикс «ын», который у нас одновременно обозначает и третье лицо, единственное число «посессивность» и винительный падеж. И опять депричастие на «ып», «азыра» – «кормить», и «ы» нам не нужно после гласной, только «п» остается. Ну, то есть получается вот уже… Ожидая на войну ушедшего своего мужа, кормя колхозных, кого там, кроликов. Так. Эки два, Улду сын и, ну, скажем так, аффикс, который обозначает, ну, что-то типа, как вот, имея двух сыновей, багай. Ну, наверное, здесь лучше было бы его даже классировать как коммитатив, как бы с двумя сыновьями. И как да, раз, или вместе как бы с двумя сыновьями. Да, с двумя сыновьями. То есть имеется в виду, опять же, вот это вот атрибутивизатор, да, два сына, имеющие багай. А не две багай с сыном, да? То есть «ики ул» – это целая именная фраза, которая получила вот этот «ду», ну, с таким коммутативным значением «с двумя сыновьями багай». «Деп» я тут, конечно, глоссировала, но, в принципе, можно это рассматривать уже как бы как частицу. Да, перевод для нее придумать очень сложно. Наверное, в этой ситуации я даже затрудняюсь, как бы это перевести. Ну да, это уже просто по, как бы значение по имени багай. То есть, ну, как бы. Адепт, дословно, конечно, говоря багай. Говоря то есть, называя багай, ее да. Багай. Вот. Ну, то есть по имени значение уже полностью, ну, и достаточно далеко отошло от глагола. Юкижи. Все вместе, это как бы домашний человек, то есть женщина.
Фюртселение, опять-таки, аффикс генитива. Алтыгы нижний. Учинда, уч конец, потом аффикс принадлежности, индолокатив. И глагол «тят» – «жить» вместе с аффиксом «атан» или «итан». Ну, прошедшее время, в общем, на русском языке будет. Я тут чуть-чуть в переводе переставила порядок, чтобы это по-русски лучше звучало. То есть я начала как бы с финитного глагола. На нижнем конце или краю деревни жила женщина по имени Багай, у которой было два сына. И как бы в обратном порядке дальше она кормила колхозных кроликов и ожидала ушедшего на войну мужа. То есть если переводить это дословно, то получилось бы... Да, когда была война, ожидая мужа... На войну ушедшего. На войну ушедшего. Ожидая? На войну ушедшего мужа, ожидая, колхозных кроликов кормя, с двумя сыновьями, называемая Бога или по имени Бога, и женщина на нижнем краю деревни жила. Да, вот такое вот. Ну и вы замечаете, конечно, что «ып» причастие здесь просто... передает связь целого ряда событий, да, то есть вот она и ожидала, и кормила, и жила, да. То есть тут не сказать, что вот есть какие-то обстоятельственные отношения между данными вот предикативными единицами, там, с сакы, пазырап и с главным, это просто ряд последовательных или в данном случае ряд параллельно происходящих событий. Да-да, перечисление. Да, перечисление, да. То есть вот это вот типичная тоже функция депричастия на «эп», которую часто называют, кстати, ой, прыгает куда не надо, и соединительным, как бы оно соединяет. Так, а вот теперь еще третье предложение данного текста. Ну, кто хочет прокомментировать, давайте вот с этой стороны мы попросим вас, да? Ну, анализ уже есть тут, так что вам нужно... Да, только прокомментировать использование морфофонологических вариантов. Так. Что-то фонит, да, где-то? А, у меня вот здесь фонит. Все понятно. Значит, мишек деп ян... Чан, Чан, Улан, Ат. Значит, Мишек это получается имя собственное, да? Да. Деп это вот как раз-таки тоже, которого зовут, наверное, да? Да, правильно. Ян это, а, ну Деп я. Чан, вот как... он большой и крупный, но здесь, да, наверное, Ян. Старший имеется в виду Ян. Сын. Тоже без показателей каких-либо грамматических идет. Ул это сын. Что ли? А, нет, сын. А, да, сын. Да, это как раз-таки третье лицо, единственное число. Это вот посессив. Посессив, да. А, нам это генитив, то есть родительный падеж. Так. Да, ну мы знаем, а почему там множественное число? Что-то я не могу понять. А, единственное множественное через слэш. Да, да, это, да, то есть посессивный показатель третьего лица единственного или множественного числа. Ну, на самом деле, дальше идет генитив, и мы знаем, что должен был бы быть тут еще один N. Но поскольку генитив-то тоже с N начинается, то они, видимо, слились, и поэтому получилась форма улынын. Так? Так, а дальше от тиштер... Ну, то есть там продолжение предложения. От тиштеры. Вообще тут от без показателя грамматического, но на самом деле там заложен понятие аккузатив, ой, значение винительного падежа. Ой, подождите. От тиштеры. От это просто нет, конь. Нет, это из, конь, как из афет.
То есть зуб никакого коня. Значения там не заложено. Стоит, что стоит, все там стоит а, уже. Угу, все, больше хорошо. Ничего языку тут не нужно. Хорошо. Было. Просто ад. Ад. Тиш. Да, тиш, тиштери, значит, тиш это зуб, тер это вариация множественного числа, соответственно, и это вот как тоже показатель посессивности третьего лица. То есть в данном случае особая функция посессивного показателя от тиштери – молочные зубы, дословно лошадь зубы, да? Лошадиные зубы. То есть это композитум. Это тут не надо... Понимаете, если бы вы сказали бы, вы говорите, вот подразумевается значение там родительного падежа. Вот если было бы оттынти штыри, то были бы зубы какого-то конкретного коня, а не молочные зубы. Понимаете? А тут оттынти штыри это именно молочные зубы. Просто есть такая версия, что в тюркских языках вот именно, как сказать, значение вот генитива, оно может быть, как сказать, с показателем. Вот как у нас же нет артикля определенного, неопределенного. И что вот есть определенность, когда у нас есть показатель вот именно на, что это определенный родительный падеж, да, а когда правильно. Без показателя, то есть у него есть значение аккузатива, но нет вот этой формы, а значение нет, понимаете, не надо говорить про значение аккузатива, нужно говорить хорошо. Функция прямого да, объекта. Только по конкретным морфемам. Форма, да. Функция определения. Имя да. Стоит функция определения. Да, спасибо. Так, туш... Я что-то как-то плохо вижу там. Туш... Тушкенинэнг. Бери. Ага. Туш это ну, глагол падать, выпадать. Кен это значит передняя рядность, вот вариация ган, причастие прошедшего времени. Ну, соответственно, посессив третьего лица опять-таки и окончание, ну, аффикс принадлежности опять. А. Нэн, бери. А тут исходного падежа, да? И дальше исходный падеж, да. Ага, да. Все, я поняла, да, это исходный падеж. Ага. Вот смотрите, да. Вот мы взяли орфографию, какая была у Тилюсова, да? Ага. Но на самом деле, тут нужно предполагать, что здесь тюшке нин нэнг, потому что иначе мы бы не могли объяснить, почему тут аффикс аблатива нэнг форма. Если бы просто он стоял после... гласный, то он должен был бы день или дан быть, понимаете? То есть вот этот н, он слился как бы с аффиксом падежа. Угу. А бери это начинается, да, переводится? Это как один из тоже, как бер и, нет? Не-не-не, бери это начиная с, бери. Это в эту сторону как бы, то есть от этого момента, от этого в эту сторону, бери. Угу. Так, туй, ла, бир, ел, ишти. А, угу. Туй, это ровно? С того момента, или с выпадения молочных зубов у Мишика, у старшего сына, которого Мишиком звали, вот с того момента, что? Значит, ровно, бир это числительно один, ел это год, и вот ты это глагол, значит, это проходить, и с показателем прошедшего времени. Прошел, да. То есть, то ну есть тут литературный перевод тут как бы можно немножко иначе сделать, а более дословный. Но дословный будет Мишек, который, ну как бы Мишек звали, у большого сына по имени Мишек. Ну вот Мишек звали, да? Ну это, да, да, это дословно же, да. Ну, по имени Мишек. По имени Мишек большого сына или старшего сына молочный зуб с тех пор, как нет, упал. Выпали? Выпал. Да. Выпал. Да, тут все выпали, у него молочные выпали, зубы. Да, выпали. Выпали с тех пор. Пор ровно один год прошел. Да, ровно один год прошел. Угу. Ирина Анатольевна, вот по переводу тоже туйла пердилы ты это целый год прошел. А,
период. А, да, да, целый, целый. Да, целый год прошел. И вот аттыштер – это не молочные зубы, здесь имеется в виду. А зубы бывают аттыштер и койдыштер. Скорее всего, или здесь передние зубы, или вот скорее маляры. Да, или резцы, или маляры, но поскольку вот он не мог жевать, то, возможно, имели в виду, что большие зубы. Ага, ну уточните, пожалуйста, какие же все-таки зубы у него выпали? Ну, по тексту это передние зубы. Передние, передних четыре зуба. Ага, то есть резцы. У него выпали все передние зубы. Хорошо, вот спасибо большое за это уточнение. Как еще передние, какие у вас названия зубов есть? Атыш, койдыш, это резцы и вот премоляры, а моляры это тюптыш. Ага, ой, спасибо большое. Леночка, вы заметите, пожалуйста. Ой, пожалуйста, все внесите эти уточнения. Дело в том, что, конечно же, это словарем пользовались тем, какой был. Это айротский словарь 50-летней давности. И вот там чего-то нет вообще, что-то дано, ну вот не, та, не совсем так, как вот сейчас мы выяснили, да? Так, хорошо. Спасибо большое, Анна Борисовна. Так, ну что, мы номер 4 теперь дальше анализируем. Кто возьмется? Лера, возьметесь за номер 4? Я, вам конечно, сложное попробую. Задание. Демишек Буда Дил, Кату Курсак Чай, Напалбай. Надо шпаргалку открыть. Ваш Ди. Первое, это, видимо, восклицание, то ну есть да, междометие. Ну вот, да, ну вот, такое вот. Да, ну вот. Мишек – это имя собственное. Бу. Это, то есть это показатель, да, указательное местоимение бу. Да, это, скорее всего, также эмфатическая форма. Ну да, частично. Частица. Именно вот в этом. Или да. Ну тут бу да ил. Да. Ну, безусловно, я не буду углубляться. Возможно, с указательным местоимением вот эта частица или междометие может выражать какую-то другую функцию. Да? Дил – это год, который стоит, видимо, в общей форме или ну, с указанием темпоральности. То есть можно ли говорить, что это именительный падеж? Это именительный падеж. Не надо, он просто употребляется для, в том числе, ну, то есть... для указания, в том числе и для указания каких-то промежутков времени. Ну то да, есть... функция у него, соответственно, не номинативная, а адвербиальная, да? То есть функция это... у него адвербиальная, то есть это вот в течение года, фразы. Весь да. Этот год. Ну, по-русски что же говорим? Этот год, да? Этот год она ничего не ела, да? Да, далее. Кату твердый, это прилагательное. Курсак, наверное, живот. Нет, курсак... Нет, еда, прошу прощения. Вот это наша, как извечная, да, догадка, ну, да, из кажется, других похоже, тюркских языков. А не совсем то, да? То есть твердая еда, а далее, безусловно, глагол в форме деепричастия на «п». А чайна – это что? Я сейчас пытаюсь... Жевать, да? Да. То есть жуя, видимо, далее акциональный глагол, который выражает в отрицательной форме невозможность физического действия. Совершенно в расширенном верно. Времени, албай, то есть вообще ал... глагол ал – это брать. Брать, конечно, да. Да, но здесь он, конечно, совершенно правильно, вы говорите, в функции вспомогательного глагола. А вот «бай», форма «бай» – это, получается, отрицательная форма аориста или… Деепричастие на «п». А, то есть это… То есть не имея возможности весь этот год жевать твердую пищу. То есть здесь два деепричастия? Это деепричастие. «Албай», да? «Албай» – это деепричастие. Ну, я это, просто это в глоссах форма... вот в ваших материалах вижу, а да, так да, вот это... получается… что в функции сказуемого здесь нефинитная форма.
нефинитная форма, потому что дальше продолжается предложение, и там будет сейчас финитная форма. Uh-huh. Спасибо. А можно вот вопрос по предыдущему, по самому первому предложению? Uh-huh. А, там вот немного, да, вернуться. Я думала, что вдруг в блоке вопросов, но слишком. Вот, третья строчка, и получается там, где селение нижний, вот этот тюртен или тюртен алтыгы. Вот, да, 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 да. Ну, здесь получается алтыгы – это уже лексикализованная такая конечная форма, и мы, да, соответственно, вот как истюне там или что-то, мы их не разбираем, да? Нет, мы тут уже не будем это разбирать, потому что, ну, конечно, понятно, что это от алт нижняя, так сказать, часть произошло, да, с посессивным показателем. Ну, и г этот самый... А, тот самый ки, тот о котором самый, Марсель говорил. Ки, да. Угу. Угу. Спасибо. Так, хорошо. И так, так, так. А, там еще? Ну, да. А я и думаю, почему же здесь нет, не вот увидела. Нет, вот это идет, конец. Это все еще 0,4. Ну, вот теперь, да, вот она, финитная форма барат, которая также самая выражается... как на глаголе вспомогательном бар, да, идти. Да, глагол бар вообще ходить, да? Ходить, уходить. Вот, но скорее. Тут он как бы, ну, совмещает и вспомогательную функцию, потому что он действительно, может быть, и ходил, но он же не все время ходил. Угу. Все-таки это длительно указывает на длительность предыдущего действия. Чучура. Чучура это. Чучура, вот она, мучится. Мучится, то есть, да? Мучился, видимо, очень долго как-то. Ну, очень, да, он мучился весь этот год, да, весь да, этот год. Да, причастие на П, вар, соответственно. От чего он мучился? Да, от того, что он не мог есть твердую пищу, и тиштерин. Зуб а вот множественное его, и, видимо, что ох, такое какой тиш? Же это падеж. Что такое тиш? Тиш зуб, номинальность. Имя стер, показатель лар в ассимилятивной с формой ассимиляции. А, и это, безусловно, после показателя множественности посессивность, причем третьего лица множественного числа. А далее, вот здесь вот как раз-таки я затрудняюсь, мне надо опять же в шпаргалку смотреть. Это аблятив. Аблятив, да? Да, то есть функции стимула какого-то, какой-то эмоции или физического действия. То есть он мучился из-за чего? Из-за зубов он облачив, мучился. Да, да, почему? Да. Потому что он весь да. год не мог есть угу. твердую пищу. Соответственно, интервокальный согласный диссонант «н» это относится к суффиксу падежа, да? То есть это знаете, не относится к основе посессивности. Вы знаете, это так написал вот автор, да? Это его авторская орфография. Но мы, конечно, понимаем, что здесь вот этот «и» – показатель посессива третьего лица, на самом деле имел этот, вот этот местоименное «н», потому что «тиштеринен» – два «н» слились. Потому что если бы его не было, то, было бы не, то не было бы вот этого «нен» формы, да? То было бы «тиштериден» вот, – после гласных, это было бы просто день, но здесь было действительно вот этот «н», поэтому они слились. Но опять же, на данный момент в морфеме это «н», которая исчезла, ее мы не показываем. Правильно? Ну, тут мы так, что мы делаем? Ну, вот там далее, вот где «улу», «улу», «ну». Ага. Прошу прощения, значит, а это объявление, которое то и дело делается про глассировку, но как-то, видимо, недостаточно артикулируется. Значит, при глассировке форма аффиксов выписывается в морфонологическом виде. Морфонологический – это значит записанный таким образом, как эти морфемы выглядят в словаре «морфем», а не таким образом, как они выглядят в тексте. Я вот сейчас вижу, что это не все люди соблюдают. Вот хорошо бы на этом как-то задержать внимание. Аналогично
Анна Владимировна, то есть вот тут вот это вот, что нужно было бы иначе сделать? Или... Это совершенно ага. А, то есть это все правильно это, сделано, да? Да, да, это вот предъявленная нам запись, она как раз классически записана в морфонемном виде. То есть, видите, у нас же вот тут-то вот этот «н» стоит в скобочках, видите? Тюш... А, нет, подождите, где там? Тюшкенинен, да? После того, как выпали. Тюшкенинен. То есть, видите, вот это «н», оно как бы здесь все равно имплицитно присутствует, потому что у нас должно было бы быть две «н», но автор написал только одну, и она, видимо, действительно в произношении сливается, да? То есть он, но если бы не было «н», то не было бы у нас и аблятива «нень», этой морфонологического варианта, не было бы. Если была бы только гласная, то был бы «день», понимаете? То есть фактически она, этот «н» присутствует там, да, но слился. И... Можно я еще добавлю? Это не транскрипция, это авторская орфография, это не транскрипция. Да. У меня вопрос как раз таки не к транскрипции, а к глоссированию. Вот просто здесь, где вот тыш, вот сложно как-то ориентировать, да, где стрелка сейчас, вот эта форма показателя принадлежности, она выписана как зын с н в скобках на конце, а вот прямо над ней ул, зын, н, вот этот з в слове ул, который сын, это одно и то же или нет? Тут нужно добавить «н». Все правильно. Тут «н» как-то у нас выскочило из поля нашего зрения. Там должен спасибо. Быть «н». Ну, то есть далее, соответственно, это точно в такой же форме появляется да. в наших глоссах. Да. Да, все правильно. Потому что без «н» там только на конце оно может быть, если в словоформе. А если дальше по одежду, конечно, «н» имеется. Да. Ирина Анатольевна, там же вот вы говорили Тюшкенинен, вы же сказали, что там неправильно написано, там все правильно написано, нет, там «н» не должно быть в конце, после «и» имеется в виду. Ну, после посессива «и» там «н» не нужен. Что, там две «н» должно быть? Нет, там все верно написано, нет, все вот здесь, написано. Вот с одной «н» пишется, если «нен» это аффикс падежа. Все правильно, это авторская орфография, именно так и написано, и так и должно быть. Но мы объясняем, что на морфемном уровне вот этот местоименный «н», он там присутствовал. Потому что иначе, если бы там «н» этого не было бы, то у нас не было бы этого варианта исходного падежа «нень». Откуда бы «н» взялось? Просто при порождении формы, форма порождается из морфонологических форм, да? Значит, графическая форма не обязательно соответствует морфонологической, это орфография данного языка, там русская, допустим, орфография, хотя и говорят, что она на морфонологическом принципе основана, она совершенно не в морфонологическом виде нам выписывает наши слова. Запишите, пожалуйста. Вот. Значит, при порождении формы аблатива у вас вот это скрытое морфонологическое «н» аффикса третьего лица вызывает назализацию первого согласного. Вот и все. А в орфографии там возможно, что поскольку фонетически там эти два «н» слились при уже отправке с морфонологического на из фонологического на фонетический уровень, то вполне может быть, что в орфографии, что там, во-первых, фонетически не слышится этих двух «н», и, во-вторых, вследствие этого, когда делали орфографию, то тоже решили там писать одно «н». Да. Можно вопрос еще? Ага. Когда мы возводим или устанавливаем морфонологическую форму любой морфемы при глоссировании, соответственно, у нас это все должно быть одинаково во всех текстах, да? То есть вот это вот «з», ну как «н» выпало нечаянно,
Сплошь и рядом, просто когда я гласирую Чулымский, у меня практически все время идет авторское написание, несмотря на то, что записывали очень хорошо натренированные фонетисты. И, соответственно, иногда вроде бы морфема устанавливается, а иногда нет. То есть вот это, ну как в случае с «зын». То есть раз мы ее установили однажды, значит и во всех текстах мы ее также и пишем, правильно? Ну, вы знаете, во всем корпусе, как бы вот так ответить на все возможные случаи я не могу сейчас за все их ответить. Вот. Ну, бывают, конечно же, и вариации, поэтому нужно быть там тоже внимательным, где проходит вот такая генерализация как бы морфемы, где нет. Я, ну, если можно, поясню, в чем причина. То есть, как вот Марсель Эрдал неоднократно говорил, что клоссон и древнетюркский словарь – это всего лишь небольшая часть, которая была вот возведена к какой-то системе. Вот с Чулымским, ну, по крайней мере, в моем исполнении сейчас происходит то же самое. Гласируется определенный объем текстов, выводится определенная архиморфема, и далее гласируется большее количество текстов, а архиморфема совсем оказывается другой. То есть я на данный момент вот «была» начинала, там, не знаю, с чего «была» или «ла», а она у меня выросла до кучи скобок и кучи разных соответствий. Ну, то вы есть... знаете, вот в случае с «была», например, естественно, там есть разные степени стяжения. Есть там «была», есть «бла», и в конце концов, может быть, я не знаю, у вас «ба» или что. В одном говоре Чулымского там вообще «лан» с заднеязычным «нг». Да. Вот мы смотрели там в хакасском, там, я не знаю, вариантов этого показателя до 20 в одном диалекте, понимаете? То есть там такая очень сложная история. Ну, я думаю, что вот не обязательно все сводить в один показатель. Можно говорить о, если особенно это как-то по диалектам разведено, то можно как бы писать о факультативных вариантах. Если в одном диалекте, то это факультативные варианты. Понимаете, что это может быть «была», может быть «бла», допустим, да? Вот. Если это в разных диалектах такие вещи, то, соответственно, брать морфофонему там для каждого диалекта свою, да? Вот. Поэтому, ну вот, знаю, что у нас тоже там много очень скобок иногда появляется, что и это может выпасть, и это может выпасть. Вот, чтобы показать, что это одна и та же морфема, что идешь на такие вот компромиссы, и в результате уже не знаешь, а что же там на самом деле. Вот. То есть смотреть целесообразность, где есть смысл все объединить в одну, а где можно говорить о факультативах, о факультативных вариантах, которые все равно не связаны через гласирование. Это гласирование все равно остается, что оно явно показывает, что это одно и то же. Вот. Но имеются разные степени стяжения. Это может быть, конечно, полезно, если вот вы описываете морфологию, как шло становление вот данного показателя, то, может быть, для вас важно тоже посмотреть, а где более полная форма, где менее форма. Если вы все менее полная форма, если вы все в одну морфофонему затолкнете, как бы, да, то этого ну, будет неочевидно. Нужно будет просматривать весь массив текстов. То есть я думаю, что тут как бы решение достаточно такое, как у нас называется, арбитражное. То есть вы как исследователь, специалист, да. Как специалист, вы прикидываете вот эти все плюсы и минусы и решаете за или против, дать два факультативных варианта или объединить все в один. Ну да, я еще хотела сказать, что, конечно, если у вас несколько говоров, то никто нам не обещал, что в разных говорах морфонологическая система будет одинаковая. Вот, поэтому, если вы видите целесообразность разной морфонологии для разных говоров, то, конечно, вы так делаете. Насчет же поиска, значит, я просто рассчитываю на то, что у нас несколько слоев, а поиск можно проводить по разным слоям. То есть, если вам нужно получить все формы там, в морфонемном виде, то вы проводите поиск по слою морфонемной записи, а если по фонологическому виду, то вы ищете в фонологическом, то есть, если вы
И вы можете там запихать два разных, собственно, вы можете искать сочетание, что в слое фонетической транскрипции у вас то-то, а в слое морфонологической записи у вас то-то. Вот. Собственно, это достоинство базы данных. А вообще главное, в общем, только не утеря информации, то есть всякое принимаемое вами решение должно быть отслеживаемо впоследствии. То есть если вы выписываете какие-то морфонемы, то где-то должна храниться информация о том, каким именно образом вы это сделали и как опускать в фонологическую форму. Ну и так далее.